Я очень люблю те моменты, когда что-то удается. Я люблю побеждать. У меня есть этот азарт. Хлопнуто. Главные архитекторы Москвы, они были до вас, они будут после. Но вы человек, определивший судьбу города в постперестроечное время. Фактически именно вы задали вектор развития сегодняшней Москве. И ваш опыт – это иллюстрация того, как масштаб должности соответствует масштабу личности. Давление бизнес-интересов – да, ответственность – да. Но было ли что-то совсем уж неожиданное, с чем вам пришлось столкнуться на должности главного архитектора? Да нет, вы знаете, у меня путь был выстроен довольно так четко. Я никогда не шарахался, никогда не уходил из профессии, несмотря на сложности какие-нибудь. Я окончил Московский архитектурный институт в 1974 году. Пришел работать на Триумфальную площадь, на площадь Маяковского, в здание. И в этом здании проработал 38 лет. Постепенно, продвигаясь от архитектора на старшего архитектора, на руководителя группы, на начальника мастерской, на главного архитектора института генерального плана. Я вот в молодые годы очень любил один рассказ Лермонтова, называется он «Фаталист». И вот, пожалуй, моя жизнь – это жизнь фаталиста. Никогда никуда не лезть, но когда тебе предлагают – не отказываться. И вот так постепенно я пришел к той должности, про которую вы говорили. У каждого главного архитектора есть свое время. То есть так же, как у каждого мэра есть свое время. Времена не выбирают. Поэтому, ну, досталась мне вот Москва, которая была в разрухе. Она досталась всей команде Юрия Михайловича Лужкова. И задач было очень много, причем не всегда только архитектурных, потому что все-таки в первую очередь главный архитектор – это градостроитель. Он в какой-то степени дирижер архитектурного цеха, тех, кто работает в Москве. И плюс он должен быть, конечно, из того времени, где живет. Наше время было такое довольно резкое. Сейчас я его вспоминаю с улыбкой, хотя было всякое, и наезды были, и неприятные разговоры были, и приходилось охранников убрать в какой-то момент. Сложно было, потому что если вспомнить, у меня как бы жизнь, ну, как у любого советского человека, разделилась на две части. До 91 года, после 91 года, если вначале это была совершенно одна жизнь, то здесь надо было себя построить, совершенно другим человеком стать. Но мне повезло, мне в то время уже было 40. Я уже был, если не ошибаюсь, главный архитектор института генерального плана. То есть я уже как личность был известен в городе. Хуже было тем ребятам, которые шли за мной лет на 10 моложе. Их и не осталось потом в архитектуре, потому что они растерялись, они стали дергаться из стороны в сторону, они пошли за большими деньгами. Какие были большие деньги в то время? Это дачи строить для новых русских, оформлять их квартиры, разбивать частные парки и так далее, и так далее. То есть ребята перешли на мелочи. Есть мнение, что архитектуру нельзя преподавать как чистое искусство, что это такая горючая смесь, которая замешана на деньгах, на политике, на бизнесе. Способна ли профессия устоять под натиском коммерческих интересов? И стоит ли сопротивляться? Ну, вы знаете, изначально архитектор должен быть и инженером, он должен разбираться в экономике, он должен знать смежные профессии. И я считаю, что как раз, давайте вспомним таких великих, да, там, не знаю, приезжает какой-то один Аристотель Фиарвантис, пару учеников в Москву, да, и строит Успенский собор. Один. У него в голове было все. Он был и конструктор, он знал прекрасно строительные материалы, он изучил те строительные материалы, которые хорошо работают, да, в нашем климате, и он это сделал. То есть изначально архитектурная профессия – это комплексная профессия. Мы приблизительно, наверное, в мире искусств, как шахматы в мире спорта. Не поймешь, да, что это за спорт, не спорт, вроде играют. Ну, а дальше от человека зависит. Дальше от человека зависит уже, кто-то устоял, кто-то не устоял. А если говорить про главного архитектора, наверное, беда его профессии заключается в том, что его основные победы никто никогда не увидит. Вот те здания, которые не построены, которые могли бы искорежить город, да, это вот его и есть работа. А если бы вы не боролись тогда, что столица потеряла бы сегодня? Ну, я думаю, во-первых, потеряла бы масштаб исторического центра однозначно, потому что ребята были веселые. Не будем забывать, что уровень, да, у тех инвесторов, он был довольно низкий с точки зрения, в том числе и культуры, и так далее, и так далее. Ну, а во-вторых, правда, просто против денег очень тяжело устоять.
Все по-разному себя повели в тот период. Вы знаете, вот если взять, например, там Рубенса и Рембрандта, да, чем вы отличие, да, такое? Рембрандт, извините, вот до последнего мазка это все его. А у Рубенса было много-много учеников, которые задницы лошадям дописывали за ним. Количеством. Вот многие ушли, например, в таком направлении. Есть заказы, хватает дела, еще сил нету, мозгов уже не хватает, все равно берем заказ и прочее, прочее. Ну и, конечно, главный архитектор, мне повезло в этом плане, он должен быть как минимум частью тела первого лица города. Понимаете, он не должен быть там, не знаю, пускай рукой, но второго лица. Ну, это, кстати, одна из причин была, почему я ушел со своей должности, потому что если для Юрия Михайловича я был частью его тела, то для Собянина я уже был как бы связкой через еще одного человека. Это неправильно, потому что главный архитектор должен выходить на первое лицо города. Если это получается, и если ему верит первое лицо города, значит, ему повезло. Какое самое сильное давление вам пришлось тогда испытать, и от кого оно исходило? Ну, я сейчас тоже довольно много работаю и в академии, и акционерное общество возглавляю, и частная мастерская у меня, и все. Но у меня нет такого постоянного давления, как было, когда я был главный архитектор. Там у тебя постоянно голова кипит. Ты не можешь спокойно ехать по городу. Ой, а это что появилось? А это что торчит? А здесь почему появилось? Почему я этого не знаю? И так далее, и так далее, и так далее. У тебя башка постоянно работает. Причем при этом ты работаешь и субботу, и воскресенье, и так далее. Конечно, я 16 лет в таком состоянии, в общем-то, все слилось в какую-то такую, с одной стороны, какую-то ответственность, тяжесть, а с другой стороны, счастье. А случалось ли вам, что вы были на грани нервного срыва? Бывало, конечно. Если так честно говоря, у меня не только там нервный срыв был, но у меня операция на сердце была. Поэтому, в общем-то, это все не так просто. А вот то, что сложности были, вы знаете, наверное, самая большая сложность, когда ты в людях разочаровываешься. Какой главный проект в вашей жизни, проект, которым вы гордитесь? У Москвы было 3 генеральных плана за 20 век, вот третий как раз мой. То есть то, что удалось утвердить генеральный план Москвы, то, что Москва и сейчас живет, поэтому откорректировано уже, правда, генеральному плану, это, конечно, очень приятно. Ну, представьте, всего 3 человека таких за всю историю 20 века. Первый был это Семенов, после этого был Пасухин старший, и теперь я, те, кто авторы генерального плана. Это, наверное, ну, его трудно показать как вот объект там, внучку не поведешь показывать, да? Но это здорово. А если говорить про объекты такие объемные, то для меня, конечно, самый близкий – это гостиный двор. Но человек же любит больше всего то, что удалось ему очень тяжело. Да, вот гостиный двор, я считаю, удалось, хотя есть и критики его и так далее. Но это, я, пожалуй, мой любимый объект. Есть другие объекты, я не буду их называть, но есть улицы, по которым я не люблю гулять, потому что я вижу там свои ошибки. Вот. Такое тоже бывает. Вы единственный главный архитектор, который приняли свое личное решение уйти в отставку. Вы уже сказали, почему вы сделали это. Ну, одна из причин. Это одна из причин. Какие были еще причины? Ну, их несколько причин было. Первое, я просто устал. Усталость – это первое, наверное. Второе – то, что среда немножко не твоя. И пришло следующее поколение. Давайте хотел, честно говоря, уйти так, чтобы про меня все хорошо помнили. Они так говорили, вот сидит, понимаешь ли, место занимает, там, звание понахватал там, и так далее. Комплекс, комплекс. Было непросто, честно хочу сказать. Было непросто, было принять решение. Благо, в тот день у меня был день рождения. Мне исполнилось 61 год. И я так решил. А что для вас, в принципе, первично в принятии решения? Логика, эмоции, интуиция какая-то личная? Ну, я думаю, интуиция, наверное. Все-таки интуиция. Это только не та интуиция, которая, знаете, там вот там я все знаю. Нет, она как искорка бывает. Ты можешь долго работать, а потом ты почувствовал, что не туда пошел, да? И сделал, получилось. Я думаю, да, конечно, интуиция в первую очередь. Ваши поступки, они всегда контролируются разумом? Вы сами для себя предсказуемы? Вы можете себя удивить? Вот. Ну, во-первых, если честно говоря, как бы я знаю нескольких Кузьминых, да? Вот, если по-крупному, то я совершенно беспомощен, условно говоря, в быту, вот в этих всех вопросах, которые связаны с жизнью там и прочее. Я, честно говоря, очень много делаю ошибок.
именно вот таких эмоциональных, не всегда правильно поступаю, иногда людей обижаю, близких. Чем ближе ко мне человек, тем ему тяжелее, к сожалению. А в профессии, да, все-таки голова на первом месте. Вообще профессия архитектора, она предполагает очень непредсказуемые пересечения людей. За встречи с какими людьми вы благодарны? Вы знаете, опять же, если бы я был просто архитектор, да, а когда главное, это немножко другое. Я очень с многими знаменитыми людьми работал, но, к сожалению, им приходилось часто поворачиваться не лучшей стороной ко мне. Я им был нужен. Я был просто им нужен. Я много интересных людей видел, но, к сожалению, когда ты главный архитектор, на тебя смотрят скорее как на инструмент, который может помочь или с твоим театром, или с твоим цирком. Я просто был готов к своему уходу. Ну, у меня так получилось, что папа у меня занимал определенную должность, и у него был инсульт. И я помню тот момент, когда он остался без вот тех людей, которые вчера ему дверь открывали, я к этому был готов. А дружба и работа – это разные вещи. У меня друзья по жизни, а не по работе. Я вообще считаю, что самые хорошие друзья – это, если мужчины, да, то самые хорошие друзья – это из детства, из школы, из института. Я вообще всегда был компанейский человек. Ну, не знаю, чем дальше, тем друзья не прибавляются, они уходят. Я очень доволен, что я могу сказать, что мои дети, мои друзья – и Сашенька, и Данилка. Вот это я могу сказать точно. С ними мне интересно. А так я очень люблю сидеть один дома. Или пишу, или рисую. Мне очень интересно самим собой быть так. Наедине с умным человеком. Замечательно себя чувствую. Был ли в вашей жизни момент, который разделил на жизнь до и жизнь после? Да, конечно, были. Я второй раз в браке, поэтому в данной ситуации у меня даже есть фраза «в той жизни». То есть, да, конечно. Но это, я считаю, в большей степени касается личного. Личного, а не работы. То есть не то, что до главного архитектора, после главного архитектора. И, да, вот так получилось по жизни, что у меня была одна жизнь, а потом стала другая жизнь. Хотя, в принципе, в общем-то, и из одной жизни в другую дети переносятся. Я считаю, да, многое же теряешь, ты теряешь людей, к которым привык. Нет, это связано с личной жизнью. Так что да. А то, что перестройка, не перестройка. Нет, ты цельная личность в этом плане. А вот когда семья рушится, начинается другая жизнь. Александр Викторович, вот есть люди, которые пусть не приносят в твою жизнь счастье, но они как-то снимают тебя с мели. Есть такое в море, когда одно судно проходит рядом с другим и сбивает его с мели ударной волной. Был ли в вашей жизни такой человек? Мне очень повезло, меня всегда окружали красивые женщины. Те, кто, с кем я работаю по сей день. И, честно говоря, если говорить по жизни, я именно благодарен в первую очередь женщинам. И со мной всегда рядом есть люди и дома, и на работе, но это всегда женщины, которые не то, что меня с мели снимают, а они, да, но я точно знаю, что они на мели не посадят. Может быть, это не очень красиво выглядит, но я опирался всегда на женщин. Я помню их там большинство, и Тамару Бурсукову, экономиста, и Ларису Архипенко, и Наталью Федорову, и Наташу Климову, и многих других, которые, понимаете, вот которым я просто благодарен. То есть роль женщины в вашей жизни, она велика? Ну, во-первых, вообще-то я считаю, это не только роль, понимаете, вообще и смысл жизни это. Ну, хорошо, стал там народным архитектором, не знаю, построил хороший проект, но если не будет блеска в чьих-то глаз, если к тобой кто-то в этот момент не будет восхищаться, это пустое дело получается. Поэтому, в конечном счете, мы получается как тост, да? Да, живем ради блеска таких восхищенных женских глаз. Раз, тобой. Раз мы уже в эту тему так плавно зашли, расскажите о вашей жене, Наталье. Ну, как сказать, это железный человек, у вас хоть такой изящный и прочее. То есть, вы понимаете, у меня есть тыл. Вот у меня бывает, у меня есть друзья, у которых дома второй фронт. Вот, а у меня тыл. Я с ней люблю молчать, например. Люблю просто, когда она рядом тоже. Не знаю, это надежный человек. Это надежный человек, на которого можно положиться. Ну, и я ее люблю. Для кого-то должность главного архитектора – это вершина карьеры.
Вы же, главное, независимы от должности, хотя по занимаемым должностям вряд ли кто-то с вами сравнится. Упоительна ли власть? Ой. И что такое власть в архитектуре? Вы знаете, вот как раз в архитектуре власть – это очень сложная вещь. По одной простой причине, что изначально архитектор – это одиночка. Каждый, ну не хочу сказать, что гений, но каждый имеет свое мнение. И как раз вот быть руководителем архитекторов – это очень тяжело. Были вопросы, которые я курировал, я что-то запрещал, если это нарушало, там, не знаю, градостроительные вопросы. Но я никогда не лез в творчество других людей, у меня не было никогда привычки приписываться к чужим проектам. Бывает такой грех иногда у главных архитекторов. Архитектурный цех, он такой, очень непростой. Вот мне чем-то напоминает, может быть, комедию «Дарт», итальянскую, да, потому что у всех одет какие-то маски, вот, которые не соответствуют характеру. Но я, наверное, вот сейчас это ближе панталоны, наверное, да. Вот если так взять маски, те, которые у Гоцци, там, у Гальдони, вот где-то я панталоны, наверное. Архитектура в каком-то смысле – это обслуживающая профессия. Это явно диссонирует с самодостаточностью людей, преуспевающих в ней. Вас не раздражало то, что вы не всегда могли диктовать? Конечно, раздражало. Но вообще-то вот я говорил, что у меня такая жизнь довольно прямая была, да, по профессии. Но одна из причин, почему я хотел быть главным архитектором, да, ты ближе к исполнению своих желаний. Есть только один человек, мэр города. Понимаете, да? Убедило его, и третье кольцо появилось. А бывает, когда ты хотел, но, к сожалению, да, власть решила по-другому. Ну что ты, надо понимать, она власть и есть власть. Вопрос непростой. Но как раз чем у тебя выше должность, тем ты ближе к выполнению своих желаний, понимаете? Мне только это устраивало. Она звучит красиво, конечно, главный архитектор, но это должность для трудяг. Это должность для трудяг, для трудоголиков. Сейчас немножко изменилась должность главного архитектора в Москве. Ее разбили на две части. Я считаю, совершенно неправильно. Потому что есть начальник комитета и есть главный архитектор. Это однозначно должно быть в одном лице. А кто реально управляет развитием города? Развитием? Ну и в данной ситуации, опять же, зависит от личности. Но в Москве это всегда мэр. В Москве всегда везло на мэров. Не то, что они были там идеальные, но они были люди из своего времени. Потому что если вот не было бы Юрия Михайловича в момент, когда было вот это, да, черти, что в городе творилось, вряд ли сохранился строительный комплекс. Наверное, начались всякие безобразия в городе. То есть там очень жесткая была политика, без которой нельзя было обойтись. Сергей Семенович сейчас пришел, время немного другое. Многие вещи уже сделаны, и он может сейчас эстетствовать. Да? Он может заниматься пешеходными улицами, он может приводить уже качество городской среды к какому-то состоянию. А почему он может это делать в центре? А потому что построено третье транспортное кольцо. Транспорт ушел из центра. Александр Викторович, вы человек, который привыкли брать на себя ответственность. Я даже не могу другое слово какое-то подобрать. Наверное, просто уже привыкли. Ну да. Да нет, да, да, это да. Прислушиваетесь ли вы к чужому мнению? Ой, не всегда. К сожалению, не всегда. Вот. Наверное, это неправильно, но просто вы правильно сказали слово «привычка». Ну, это мужской такой вариант брать на себя. Кто-то должен говорить «да», и кто-то должен говорить «нет». Потому что хуже нет, когда вот начинает «да вроде так, да не так», там, знаете, вот. Результат не будет. А у нас конкретная профессия. Архитектурные проблемы современного города обсуждают абсолютно все. Не раздражает ли вас, что сюда вторгаются люди, далекие от темы? Нет, совершенно. И никогда. Я люблю советы. Город настолько сложный организм, что ты не можешь знать все. Хотя говорили, что я каждый дом знаю, да, каждый бачок помойный в Москве. Мне очень нравится понятие «малая родина». И вот в Москве это не одна малая родина, это тысяча малых родин. Понимаете, в Сокольниках это одно, там, и найти вот этот элемент, надо обязательно понять тех людей, которые живут, чего они хотят. Я как раз сторонник общения, причем не интернетовского. Вот я знаю, там очень тяжело это проводить. Могут орать на тебя, там, подонком называть и так далее, и так далее. Я люблю жить по каким-то правилам, которые я сам себе устраиваю.
Конечно, вот знаете, вот, когда тебе кричат, вот ты там вот, чиновник, значит, ты взяточник, там тогда всякие люди кричат. Я вот для себя выстроил такое понимание, да? Значит, если кто-то орет, что я там взяточник и прочее, значит, в первую очередь, я этого человека перестаю уважать за что? То есть его логика какая, наверное, да? Вот если бы я был чиновником, я бы брал взятку. Вот, понимаете, получается так. То есть по-другому быть не может. И так далее. То есть я вот каждый раз пытаюсь какое-то правило придумать и успокаиваюсь всегда. Вот я курю много, да, я для себя тоже выработал правило, что человек не имеет права бросать то, что любит. Потому что начнет с сигарет, потом жена, потом родина. Но правило надо обязательно сформулировать и в него поверить. Поэтому нет, я считаю, извините, город — это не мой. Понимаете? Это не мой город, хоть я главный архитектор, или даже ты мэр там, предположим. Вообще место надо понять. А Москва, она очень многогранная. Поэтому нет, я за советы. В ваших интервью я не читала этого, но в вашей книге, которую вы мне подарили, я прочла, что вы называете Москву «мой град». Да. Ну, это как-то очень про любовь для меня, если честно. Когда вы любите Москву больше всего? Опять же, она для меня разная, Москва. Я, например, я сокольнический, я родился в Сокольниках. Вот я замечал, когда мне очень плохо, я почему-то оказываюсь в Сокольниках. Понимаете, когда мне плохо по-настоящему. Редко так, но по-настоящему плохо, я оказываюсь Сокольником. Машинально, да? Когда у меня хорошее настроение, да? Не знаю, мне ближе там Гоголевский бульвар, например. Ну, например, Триумфальная площадь, это работа. Я как сейчас... Я не скучаю по этому месту, хоть проработал там 38 лет. Я не скучаю по этому месту. Я там выложился. Современный мегаполис, он предполагает людей с высокой локацией, с образом жизни по вертикали. Кто должен жить в вашей Москве? Для кого вы ее строите? Ну, как раз меня немножко расстраивает то, что происходит с Москвой, потому что всегда все-таки для меня Москва — это был город трудяга. Вот такая. Он сейчас все больше как-то так становится. Город рантье, город для лузеров. Вот как бы есть два направления в этой ситуации. Поэтому это меня немножко расстраивает. Он становится нерабочим, он становится городом для клерков, понимаете, во многом. Он становится городом, ну, не знаю, для одиночек, как ни странно это может прозвучать и прочее. Но это, может быть, жизнь меняется. Мне ее ритм раньше всегда больше нравился. Он был рабочий ритм. Какой, на ваш взгляд, самое уязвимое место города? Самое уязвимое место города – это только жилье, которое мы сейчас строим. Почему? Ну, а потому что, как правило, это оно совершенно безликое, к сожалению. Оно портит город, оно сбивает его масштаб. И чтобы там ни придумывали, ни говорили, на самом деле это уже много лет самое уязвимое место строительства. Причем, знаете, нас всех убеждает в том, что, понимаете, мы это делаем для людей. Люди будут жить там лучше. Нам надо строить, чтобы люди имели больше квадратных метров. На самом деле это такое лукавство. Потому что я как-то подсчитал, я сколько был, 16 лет главным архитектором. За это время в Москве построили 70 миллионов квадратных метров жилья. 70 миллионов. А обеспеченность одного москвича выросла на 1 метр. Понимаете, да? То есть нет вот этой взаимосвязи, это такие, мы как бы насаждаем мифы из советской жизни, что строитель – это человек, который делает светлое будущее своих соотечественников. На самом деле это бизнесмен на сегодняшний день, это надо понимать совершенно. И все эти лозунги, которые там говорятся, на самом деле это работа на бизнес, а не на жителей. Поэтому то, что тут происходит жильем, как это ни назови, микрорайон, или как сейчас модно называть, урбан-блок, в общем-то, это такое бесчеловечное совершенно, такое обеспечивается существование бесчеловечных людей. Причем, на мой взгляд, даже микрорайон, он более человечен. Там хотя бы простор между домами есть. Я думаю, это самое слабое место у нас. И мне не удалось выход из него найти. Да и сейчас ребятам что-то не особо удается. Человека не знает никто лучше, чем сам себя человек. Да. Ваша самая характерная черта? Ну, вот я думаю, найти компромисс.
вот это, вот уметь найти компромисс в любой ситуации, это, наверное, это моя черта. А вот удивительно то, что вы сказали, что вы, как я поняла, что вы вспыльчивый человек. Бывает. А вот тогда в связи с этим вопрос о ваших близких. Чего не нужно делать людям, находящимся рядом с вами, чтобы не попасть под горячую руку? Первое, вот это точно я знаю, когда я прихожу с работы, меня не трогать. Хотя бы полчаса. Понимаете, там, чтобы я подплешивал, чтобы я вошел в... А потом мне можно все, что угодно уже. Можно просить, требовать, все. Но когда это я прихожу, вот в этот момент меня лучше не трогать. Мне надо перестроиться с рабочего ритма на домашний. Тогда я становлюсь уже добрым и так далее. Ну, кстати, многие мужчины об этом говорят. Я интересовалась этим вопросом, но не все женщины, видите, слышат. Я буду пользоваться вашим советом. Вообще нас надо брать лаской. И есть такое мнение, которое я полностью разделяю, что все плохое в человеке и хорошее родом из детства. Как воспитывали вас и с каким ощущением вы вспоминаете свое детство? Детство, вот знаете, я вот если, когда говорят слово детство, да, это солнце, это сосульки, это что-то капает, меня все любят, и я улыбаюсь. У меня были замечательные бабушки, у меня были веселые родители. Во-первых, влияет не только семья, влияет еще то окружение, в котором жил, да. У нас какие-то были вещи, если так вспомнить можно. Ну, во-первых, пацан сказал, пацан сделал. Второе, девочки для нас были иные. Вот они были иные, да, почти как в этом фильме. Иные они были, девочки. Вот уважение к девочкам, то, что я сейчас не чувствую совершенно. Там девочку вперед и прочее, это на автомате это у всех было. Хулиган-то, не хулиган, это было на автомате. Мне кажется, за косичку можно подергать, да, ну, ту, которая тебе нравится, это другой вопрос. Ну, так... Чтобы, извини, ну хотя бы, чтобы там, матом при девочке, даже самому хулигану в голову не приходило. У нас была своя территория всегда, которую мы защищали. Я, например, с Сокольнических улиц мы всегда дрались с Охотничьей улицей и с Матросской тишиной. Кто побеждал? Дружба. Не, ну потому что, во-первых, извините меня, лежачих и не били. Другие взаимоотношения были. Мы же не сидели около компьютеров, правда? С утра до вечера. Я тут как стал вспоминать игры, в которые мы играли, что-то мы где-то с друзьями штук 40 вспомнили. Дворовых игр всякие, ножички, и штандеры, и какие-то там черти что. То есть была какая-то тут коллективная жизнь. А что было для вас важно и ценно 20 лет назад? И что наиболее ценно сегодня? Я знаю одно, в отличие от того, когда я был молодой, да, я знаю одно, что судья сидит внутри каждого человека. И самое вот серьезное, я знаю, на сегодняшний день, это условно, меня ругали за что-то, как главного архитектора. А мне за это не стыдно. Потому что, ну, были разные взгляды. А то, что я плохо сделал, это сидит внутри меня. Вот разница, наверное, в этом. Потому что раньше как-то больше реагируешь, что про тебя сказали, да, там, что про тебя написали. А сейчас ты как-то понимаешь, что самый такой строгий судья внутри тебя сидит. Его не обманешь. Александр Викторович, а какой вы отец? Отец тоже, наверное, разный, потому что все-таки у меня два ребенка, да, Саша и Данила, у них разница 20 лет. Наверное, Сашке больше повезло, потому что у меня было больше времени на нее, потому что когда Данила родился, я уже был главным архитектором. И приблизительно наше общение очень часто происходило так. Я утром ухожу, его целую там маленького. Вот он так глаза открывает: «Пап, ты уже пришел?» Я говорю: «Нет, сынок, я уже ухожу». Вот отец, да хороший отец. Балую только, балую. Да. Есть вот у они вас. Меня на слабо могут взять. Сашка это взрослый человек, что она сейчас там первый заместитель председателя Мособлархитектуры. Тоже стала такая девочка уже серьезная. Как ваша дочь Александра справляется с этой стрессовой стороной профессии, когда она не мужчина с железными нервами, она женщина, и тем более она мама? Ну, вы знаете, в Сашке железо даже побольше, чем во мне. Она такая, человек очень такой, сильный, Сашка оказалась. Ведь она
в общем-то, их поколению досталось. Я очень люблю людей делить по поколениям. Да? Вот для меня это их поколение, это поколение Самоделкиных. Те, которые себя сами сделали. Они были пионерами, но не стали комсомольцами. То есть по ним прошла жизнь, дай бог, перестройка по ним ударила. Я это поколение уважаю, потому что кто стал, тот стал. У них в этот момент и учителей-то не было, понимаете, всем было ни до чего, все выживали и прочее. Она такой железный дровосечек у меня. Ну, хотя внешне очень такая улыбчивая блондинка. И на вас похожа. И да, и на меня похожа. Вы отмечаете это, и вам это нравится, я чувствую. Нравится, нравится. Что восхищает вас в ваших детях? В Даниле в тяжелую минуту он друзьям всегда помогает. Он как-то вот я... У него какие-то лидерские качества среди друзей есть, понимаете? Он такой справедливый. Вот он справедливый. Он справедливый. Другое дело, он сам определяет, что такое справедливость. Это другой вопрос, да? Дочь, она же иная, понимаете? Поэтому что еще скажешь? Говорят, что успешные люди во имя дела многим жертвуют, и семьей в частности. Есть ли что-то, что вы пропустили, хотели бы наверстать? Ну, нет, я ничего не хотел бы наверстать. Я благодарен кому-то за каждый день своей жизни. Вот. Но я уверен, что будет еще одна жизнь потом еще одна, и там будет, наверное, все будет интересно. У меня нет привычки жалеть о вчерашнем дне. Нету привычки. Вообще, может быть, после операции, но я для себя стараюсь жить сегодняшним днем. Для близких нет завтрашним, для себя сегодняшним. Даже завтрашнего может не быть просто. Поэтому нет, не жалею ни о чем. И менять бы ничего не хотел. Все плюсы, минусы, все ошибки, они мои, понимаете? Они мои ошибки. Я знаю, опять же, чем мне лучше, чем вам, например, да? У меня большинство ошибок уже позади. Ваши еще впереди, а мои большинство уже позади. Поэтому нет, не хочу ничего менять. Что, правда, изменилось, да, вот то, что я стал писать. То есть я раньше все как-то больше рисовал, а вот сейчас почему-то стал много очень писать. Что-то со мной случилось. Мне это интересно очень. У вас очень, очень красивое и сложное предложение. Ну, к сожалению, да. Мне говорят, что читать тяжело. Мне приятно, что, правда, неожиданно у меня нашлись даже читатели, которые читают ее вслух друг другу по вечерам, там, когда собираются. Но это определенный круг людей, который мне интересен. Вот. Ну, не знаю, почему так раз вдруг в жизни захотелось писать. Причем это такая потребность такая, понимаете, какая-то заноза такая в тебе сидит. Единственное, может быть, знаете, о чем я жалею? Не хватает тебя на все. Столько всего задумано, столько всего хочется еще сделать, там, и что-то написать хочется, и нарисовать, и чтобы на работе получилось. И очень много всего интересного. Я боюсь, что вот не превратиться только в человека, который, знаете, надкусывает. Съесть не может, но надкусывает все. Вот это вот мне не хотелось бы. А так очень всего много есть интересного, что хотел потрогать бы, залезть куда-то. В одном из интервью вы сказали, что вы относите себя к поколению циников. Да, у меня есть привычка, я говорю, я раскладываю все по полочкам. Вот в том числе и поколение. У меня там не просто я из поколения циников, я знаю, почему мы циники, если с кем-то сравнивать. Даже я читаю, вот для меня, например, да, я не буду лезть куда-то в дальние годы, вот для меня самое любимое поколение, которое было, да, я его называю поколение лейтенантов. Это люди, которые прошли войну, это мой отец, это его друзья, это наши учителя. Они привыкли родное закрывать своим телом, понимаете? Вот это были поразительные люди. А после них пришло другое поколение, моих старших братьев. Те самые шестидесятники, романтики, понимаете, да? Которых потом очень здорово наша страна опустила, когда танки вошли в Чехословакию, да? И опять... Кончилась оттепель, да, они там, многие из них, там, кто-то уехал, кто-то ушел из профессии, разговоры перенеслись на кухню. То есть это получилось такое, знаете, с одной стороны, это поколение, которое до сих пор фильмы с ним, про них снимают, да, вот, а с другой стороны, это побитое поколение получилось. Они поверили в какие-то идеалы, а им потом сказали, ребят, поиграли, хватит. А мы их младшие братья. И поэтому, да, я очень люблю Окуджаву, но я не буду плакать никогда от того, что комиссары в пыльных шлемах склонились молча надо мной,
Мне слова нравятся, мне образ нравится, понимаете? Но слезам нет, не вышибает. То есть я слушал того же Галича, я слушал того же Акуджаву, того Висборга, но визга, восторга у меня никогда от этого не было, потому что я видел, что сделали с моими старшими братьями, романтиками. И поэтому, да, довольно цинично я смотрел на многие вещи. Я не считаю, что циник – это плохой человек. Этот циник – это который, в общем-то, наверное, в крайнем случае, оценивает вещи более реально, чем романтик. А после нас, вот, я считаю, следующее поколение из-за перестройки – это «Ежики в тумане». Это ребята, которые потом стали путаться. А потом пошли Самоделкины. Это уже поколение вот, Сашкина. А сейчас тефлоновые ребята. Все как от сковородки отлетает. Поэтому, да, я из циников. Александр Викторович, а как думаете, что дальше? Дальше что? Работать. Работать что еще? Да я другого-то и не умею.